Если у вас дома жарко, радуйтесь. Если холодно, смиритесь. 14 мая станет днем X для отопительного сезона в областном центре. Уже во вторник батареи в многоквартирных домах начнут остывать. А все потому, что среднесуточная температура воздуха поднялась выше плюс 8 градусов. Именно этого порога и ждали коммунальщики, чтобы начать отключение и готовиться к следующему отопительному сезону.